Здравствуйте, мои друзья! Хочу похвалиться. Получила вот такой букет. Мне его подарила моя дочь просто так. Я первый раз получаю такие букеты. Поэтому решила вам показать. Вот. Тут пленка отсвечивает немножко, но вы видите, это сухофрукты. Да? Ананас. Курага, вишня, может быть, это виноград, чернослив, вишня, потом что там, апельсин и банан, наверное. Я так предполагаю. Я хочу сейчас развернуть и посмотреть. Я приготовила уже большую тарелку. Я, конечно, знаю, что сейчас есть такие букеты из конфет, из игрушек, продуктовые наборы. Бывает прям для мужчин, там, бутылка водки или бутылка вина, или пиво, и все для закуски. Но лично я получаю такой букет впервые. И вот мне интересно, что там внутри. Это только верхний слой или там все-таки что-то есть? Тут-то прощупываются палочки. Вот, на ощупь. Тут палочки. Наверное, на палочку нанизываются, но... Сколько штук? Одна или как шашлык? Сейчас мы с вами развернем и посмотрим. Может быть, многие из вас знают, может, вы получали или сами делаете. Ну, а мне вот любопытно. Так что давайте посмотрим. Вот. Давайте развернем. Не хочется разрезать. Не хочется разрезать. Такая ленточка. Начинаем разбирать, как капусту. Тут, конечно, все заклеено скотчем. Будем аккуратненько разворачивать. Так много бумаги уходит. Оборачивать это все. Я надеюсь, не выпадет. Красный слой сняли, теперь белый. А, вон видите. Так много скотча намотали. Не жалко скотча. Раздербаним все. Пленку тоже снимем. На каждую шпажку одна штучка фруктов. И очень много скотча. Поэтому букет такой тяжелый. Блин, еще трудно так разрезать. Я сейчас разрежу и потом покажу вам каждый в отдельности.
это ужас. Вот такой веер. Упала. Да, не пожалели скотча. Тычинка с пестиком. Ну, в общем, понятно, да? На скотч наклеивают шпажки, на каждую шпажку нанизывают фруктик. Так. Я тут раздербанила, конечно, не совсем аккуратно, но ничего. В общем, такой веер. Конечно, я сейчас все это поснимаю и положу на тарелку нормально и буду кушать. Ну, в общем, вы, ребятки, поняли, как делать, да? Можно и самим делать. И будет дешевле. Также намотать скотча, обернуть красивой бумагой и будет букет. Ну все, поняли смысл. Я-то думала, что они будут друг на дружку насажены. Ну типа вот так вот. Это было бы намного интереснее. Ну, а то, видите, пожадничали, получается. Вот так вот. Ну, это, наверное, будет очень тяжелый букет. Ну, ладно. Сейчас я займусь разбором всего этого. Вот. Здесь вот я шпажкой кружочек проткнули. Еще раз включилась, чтобы показать, сколько у меня получилось сухофруктов. Вот такая тарелочка. И вот столько мусора. Ну, еще плюс упаковочная бумага. Это все мусор. Надо сказать, что разбирать не очень приятно, потому что фрукты липкие, руки потом липкие. Ну, пока это все разобрала. Ну что ж, теперь. Сейчас я все это помою и буду понемножку кушать. Вот на этом точно все. Пока-пока.